Огни Победы сияли в праздничные вечеры в Могилеве. Увидеть салют под звуки легендарной песни «День Победы», которой в этом году исполнится 41 год, на площадь Славы и набережную Днепра пришли более 20 тысяч человек. Ветераны, молодежь и гости парада. Знаете, каждый третий белорус погиб. У меня нету ни одного дедушки. Они погибли. Я их не видела, даже не видела фотографий. То же самое у мужа. Поэтому это праздник действительно. Со слезами на глазах. Со слезами на глазах. Салют. Конечно. Пришли, чтобы порадоваться вместе со всеми. Это всеобщая радость, всеобщий праздник. Но мне кажется, это радость для всех. Если бы не наши дедушки, прадедушки, не было бы мирного неба над головой, как сейчас. Огни Победы.